Здравствуйте, меня зовут Вадим, я из города Казань. Меня зовут Наиля, я из города Казань. Меня зовут Эдуард, я из города Казани. А скажите, вот первое, что придет в голову, три уменьшительно-ласкательных слова от словосочетания «Дед Мороз». Дедушка. Так. Такой потом... Веселенький. Дед Морозик. Морозушка, Дедушка Морозушка. Красненький. Великий даритель. Морозка. Добренький. Поздравляю всех-всех-всех жителей города Казани с Новым годом, всю свою семью, друзей и всех жителей планеты. Поздравляю всех жителей города Казани, всех своих близких, свою жену, ребенка, свою дочку. Поздравляю всех своих друзей, кто меня узнал, маму, папу, сыночка Илюшеньку, поскорее выздоравливай. Еще поздравляю Юру с недавним бракосочетанием с Надей. Желаю вам счастья, чтобы в будущем году у вас как раз ребеночек, когда родился, чтобы у вас все удачно было. Смотрите телеканал «Эфир 24». Смотрите телеканал «Эфир 24». Смотрите «Эфир 24».